Справа от меня стоит боец, который российскому зрителю в представлении нуждается, Никита Крылов. Никита, привет. Мы знаем, что у тебя следующий бой с Ньютоном на турнире Fight Nights. И мы видели в Инстаграме, ты выложил пост по поводу плана на бой. Расскажи пару вещей про этот перформанс, почему решил так сделать и о чем это должно говорить зрителям. Наверное, это говорит о том, что даже зная то, что я буду делать, сопернику ничего не светит. В целом, естественно, у меня ни разу не получалось действовать по плану, подготовленному на бой. Сколько мы его не изучали, сколько мы не готовились, там, всегда выхожу и делаю то, что нарабатывали. В целом, картину, представляющую себя, ну, чуть, наверное, приукрасил ее, конечно, и вот излил, так сказать, в пост. Просто для того, чтобы повеселить болельщиков, для того, чтобы не скучали. До боя еще целая неделя, вот так чуть-чуть пытаюсь, короче, развлекать людей. Никита, расскажи, что у тебя сейчас с контрактом с Fight Nights? Ты выступал недавно в Донецке на местном турнире. Сейчас у тебя бой Fight Nights, и в свое время ты сказал, что ушел из UFC, чтобы набраться опыта и еще с еще лучшим рекордом и с улучшенными навыками вернуться. Ждать ли нам этого возвращения, и если да, то когда? Ну, я думаю, 3 боя – это не такой уж и большой опыт. Поэтому я все его еще набираюсь. Пока я не думаю о том, чтобы, ну, уже не смотрю за плечи Fight Nights, чтобы понять, ну, там, уже как бы видеть себя в UFC, да, грубо говоря. Нет, у меня по контракту еще 3 боя, я провел только 1 из 4. Плюс у меня есть планы на чемпионский пояс, поэтому... А в случае получения пояса я еще остаюсь у компании, ну, на контракте с компанией, он продлевается. Поэтому сложно сказать, что меня уже вот в ближайшее время кто-то увидит в UFC. Нет, этого не случится. Пока я все еще планирую радовать наших зрителей, наших любителей единоборств вживую, так сказать, да. Но план по поводу UFC никуда не делся, просто я планирую жить долго и счастливо и в один из моментов прийти в UFC. По поводу чемпионского боя, сейчас пояс у Фабио Мальдонадо, но маловероятно, что он у него останется, потому что 93 килограмма в вашем весе, очень довольно такой сильный дивизион, и сейчас Мохнаткин тоже стал в 93 драться. С кем бы ты хотел бы подраться за пояс, или тебе все равно имя, а главное само наличие пояса? Я думаю все-таки, что я после этого боя буду первым в списке претендентов на пояс. Поэтому, скорее всего, что Мальдонадо все-таки подерется со мной. По поводу Миши не слышал. Сейчас же он дерется в тяжелом весе, супертяжелом. Он вроде как и дерется, ну, он может драться всегда. Ну, может, говорит, конечно. Естественно, он не такой большой, поэтому, я думаю, полутяжело для него будет несложно спуститься. Но... Есть пояс, есть цель, короче, я иду к ней, а дальше будем посмотреть. Никита, рады были тебя видеть на турнире, спасибо тебе большое, ждем твоего боя, и за тебя болеем, само собой. Спасибо большое.